Добрый день. Мы сегодня продолжаем очень хорошую традицию, сложившуюся у нас в Академии при президенте Российской Федерации, конкретно в нашем институте. Это подписание соглашений. Подписание соглашений с органами государственной власти, органами местного самоуправления, крупнейшими хозяйствующими субъектами. Я хочу сказать, что уже ряд шагов в этом направлении сделан. То есть за минувший период мы подписали соглашение с Тюменской областью, со Свердловской областью. У нас уже дано согласие и на стадии такой завершающей находится подписание соглашений с Ямало-Ненецким округом и с рядом других субъектов Федерации. У нас очень важно, что мы подписываем соглашение с крупнейшими хозяйствующими субъектами. У нас такое соглашение заключено с Уральской горно-металлургической компанией. У нас соглашение со Сбербанком и еще с рядом самых крупных хозяйствующих субъектов, работающих на территории Свердловской области. Ну и очень важно, конечно, для нас сотрудничество с органами местного самоуправления. Действительно, потому что органы местного самоуправления, муниципальные кадры, это, наверное, большинство, кто обучается сегодня в нашей академии, это те люди, которые наиболее близки к реальности, работают с населением, с конкретными хозяйствующими субъектами, с конкретными проблемами. И поэтому подписание соглашений с органами местного самоуправления для нас принципиально важно. Ну и вот сегодня мы проходим такой очень важный этап. Действительно, у нас завершилась приемная кампания. Приемная кампания завершилась успешно. К нам пришло больше студентов, чем приходило в прошлом году. И сейчас вот вся наша основная работа, акцентировка наших усилий, она будет направлена именно на качество работы, на сотрудничество с органами власти. Поэтому вот подписание соглашений с органами местного самоуправления для нас очень важно. И, конечно, особое значение имеет подписание соглашений с крупнейшими промышленными центрами Свердловской области, каким, безусловно, является город Качканар, где расположено градообразующее предприятие, важнейшее для экономики нашего региона, значимое в масштабах всей федеральной экономики. Мы очень благодарны Сергею Михайловичу Набоке, главе муниципального образования, с которым мы, в общем-то, достаточно давно уже сотрудничаем в рабочем порядке, что он откликнулся на наше предложение, что он сегодня к нам приехал. Мы очень внимательно обсудили вот это соглашение, записали в него целый ряд параметров, которые пригодятся, что называется, и муниципальным образованием, и нам. Они предполагают и обучение кадров, и научные исследования, и сотрудничество в сфере стажировки студентов, и целый ряд других направлений работы, которые будут полезны и нашим студентам, которые будут полезны и муниципальному образованию. Поэтому мы действительно считаем, что это важный шаг вперед в развитии нашего института, заключение соглашения с таким важным городом, какой является Качканар. И сегодня мы это соглашение подпишем, дальше будем работать над его реализацией. Я со своей стороны хочу поблагодарить Александра Александровича вас за вообще многолетнее сотрудничество. И для нас, конечно, это соглашение тоже фактор, будем говорить, исторический и очень важный. Ситуация какая? Чем труднее ситуация, тем больше значимость приобретают кадры. К сожалению, вот кадры, которые могут работать в муниципальной службе, особенно, их практически кроме вашего учреждения нигде не готовят. Больше того, значит, даже с базовой подготовкой еще человеку очень трудно будет работать в бюджетной сфере, это должен быть опыт определенный, но если без базовых каких-то уровней подготовки, это вообще осложняет проблему. На самом деле мы как города малые, собственно говоря, несмотря на такой акцент промышленности мощный и крупный, тем не менее по населению город небольшой, и поэтому достаточно сложно решать кадровую проблему. И вот эти вот все взаимодействия, которые обозначены в этом соглашении, я думаю, помогут нам выходить на качественный уровень подготовки кадров, потому что никто не отменял, значит, поговорку «кадры решают все», они действительно решают очень многое. Поэтому вот от нашего дальнейшего сотрудничества, я думаю, мы выйдем на более качественный уровень подготовки управленцев, в том числе специалистов, и от этого будет от качества работы специалистов вообще это перенесется на качество жизни нашего населения в нашем городе. Поэтому с большими надеждами я сегодня здесь присутствую и с благодарностью готов подписать это соглашение. Спасибо.